Друзья, я вас приветствую на своем канале. И сегодня, как и обещал, я вам покажу подростков, которых удалось получить при помощи, ну не будем говорить громкие слова, селекции, путем скрещивания. И вчера я из нелистовой перенес два десятка рыб в большой аквариум свой для полного вырастания, такого, знаете, достижения половозрелости именно вот в таких условиях. Поэтому сейчас буду вам показывать и рассказывать. Ну вот видите, вот такие красненькие супер ред меланы есть. Подойдем поближе. Пришлось скрещивать разные виды красных. Дискусов азиатских. Далее. Вот мы видим тигра. Тоже пришлось смешивать, чтобы получить вот этот вот синий фон хороший и окрас, чтобы полосы никуда не ушли. И это пришлось, ну, как бы так немного потрудиться. И видите результат. Далее я вам покажу. Вот еще экземплярчик хороший. Подросточкам 9 месяцев. По размерам они, конечно, меньше, чем взрослая рыба, но уже достаточно взрослые, чтобы жить с взрослой рыбой. Пару раз в день кормить их достаточно. Вот экземплярчик интересный. Это тигровая змея. Мелкий рисунок тигровый. Есть еще мельче. Вот. Видите, какие красавцы получились. Ну вот вы можете сравнить вьетнамского тигра и вот то, что получилось. Подросточек сзади плывет. Удалось сохранить синий фон. Здесь опять тигровая змея. Вот супер редмелом. Похоже, это самец, а вот это самочка. Разница в цвете, видите как. И это практически уже 100% различия. Ну, вот их немножечко так гоняют, взрослая рыба. Посмотрим, еще может быть что-нибудь есть интересное. Ну, красненькие сбежали все сюда. Сейчас заработало вот это вот, вот так течение. И они все сюда, потому что я включаю течение после того, как покормил. Включаю течение, чтобы вот из-под этих камней отовсюду вылетало то, что туда попало. И они прям сюда все кучей летят, уже приучены. Поэтому по времени он у меня включается, и я сразу могу понять, когда включилось течение. В
Здесь у меня зреют редковеры, блюфейсы. Видно, что два самца, потому что тоже красные. Вот самка, краснее, чем самцы. В общем, друзья, вот чем богат, то и показываю. Селекцией это не назвать, но все-таки получен хороший окрас, форма с теми рыбками, которыми можно будет уже дальше продолжать работать. Вот тигровая змеечка. За тигровой змеечкой стоит тоже, но это раньше я немного делал. Это альбиносы были смешаны с пиджином. Красный альбинос. И получилось вот такой, не знаю, это с геном альбина. Наверное, красная панда получилась, или как их называют. Вот еще такая одна стоит. В общем, это все рабочий материал. Ну вот, похоже, самец плывет. Сразу его видно, что по цвету немного другой, чем самочки. Ну вот эта самочка вообще шикарная. Кстати, тоже мной выращена. Но тигровая змея, конечно, это шикардосная рыбеха. Ну, в общем, что я говорю, я всех вырастил сам. Ну, кроме некоторых купленных азиатских рыб. Вот шикарная самочка, скорее всего, будет. Просто шикарная. Тоже тигровая змея. Вот они, подросточки. В общем, друзья, то, что обещал, все вам показал. Если есть какие вопросы, задавайте, пообщаемся. Ну, на этом я закончу этот ролик со спокойной душой. Всем пожелаю добра, счастья, радости. Не забывайте писать мне на WhatsApp. Рыбы много для приобретения и оптом, и в розницу. Цены приемлемые. Все ссылки на мой сайт внизу со всеми реквизитами и условиями доставки. Всем пока!